В Одинцовском округе прошел смотр-конкурс «Лучший в профессии в сфере ЖКХ». В этом году в нем приняли участие операторы паровых и водогрельных котлов, машинисты насосных станций, электрогазосварщики, слесари АВР-систем теплоснабжения, электромонтеры, рабочие по уборке придомовой территории и другие. Соревнования проходили в два этапа. Сначала теоретическая часть, участник тянет билет и отвечает на вопросы. Второй этап – практика. По итогам конкурса уже далее идут эти номинации на областной конкурс. То есть в этом году область проводит совместно с администрацией в Одинцовском городском округе состоится этот конкурс по области. Победителям конкурса вручили почетные грамоты и подарки. Очень важно, чтобы в данной сфере были профессионалы, чтобы данные профессии были популярны и, соответственно, в них приходила молодежь. На самом деле на конкурсе было приятно увидеть людей разных возрастных категорий. Юрий Егузун работает уборщиком придомовой территории уже 15 лет. Все эти годы наводит порядок на одном участке на территории возле дома 34 на Можайском шоссе. В соревновании он занял второе место. Мы убрали участок свой, доказали, что можем быстро и хорошо убирать территорию. В основном ее надо убирать и рано утром, пока люди выходят на работу, чтобы не мешать людям. Все это делается, а потом, самое главное делается, а потом за целый день доводить до ума. А в конце октября победители конкурса со всего Подмосковья приедут в Одинцово, чтобы сразиться за звание лучшего в регионе. Ольга Дмитриева, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцово».